Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой творожок с ванилью карат. Давайте посмотрим его состав. Состав: творог, сливки, сахар, масло, сливочная вода, молоко сухое, обезжиренное, стабилизаторы. Куча всего, консервант, сорбат калия, ванилин и все. Так, пищевая ценность 100 грамм. Так, 10 грамм жира, белка 8, углеводов 19. Так, килокалории 202, 100 грамм. Так, а здесь у нас, сколько у нас здесь, господи, 230. Вот, ну, в принципе, такой довольно он калорийный. Давайте его попробуем. Отрывает такие ямочки даже тут какие-то. Не желтый. Ну, не желтый, нет, он такой белый. Белый, да, больше белый, чем желтый. Давайте я его попробую. Такой, знаете, как будто детское питание я кушаю. Такое для беззубых. Ну, такой в меру сладенький, такой, ну, слегка такой сладенький. Чувствуется вкус ванили, прям такой явный вкус ванили. Он настолько, знаете, нежный, мягкий, что мне на секунду показалось, что я ем просто манную кашу. И даже затошнило немножко, потому что я ее терпеть не могу. Здесь тоже так же, она прям настолько нежная, настолько мягкая, ну, не настолько воздушная. Ну, как бы да, так можно купить и немножечко ее поесть. Вот. Воздушности, конечно, нет. Мне кажется, даже ее можно намазать на бутерброд или на печеньку. Да, на какую-нибудь печеньку будет гораздо вкуснее. Вот. А так, ну, можно, в принципе, и так съесть. Прям, знаете, тает во рту. Но вкуса творога, ну, чуть-чуть такое что-то присутствует. Мне кажется, если вы сделаете дома сами такое, будет совсем другой вкус, будет гораздо вкуснее, чем магазинный. А сделать дома его, кстати, очень легко. В блендере вместе с ванилью или лучше всего с бананом или курагой. Вкуснятина. Вот так он выглядит. Такой он мягенький. А буду ли я его покупать снова? Честно, нет. Нет, наверное. Конечно, проще сделать самим, но не знаю, что-то, честно, мне не особо он понравился. Он действительно напоминает просто манную кашу, холодную, со вкусом ванили, чем творог. Хотя там, конечно, написано, что там. А, творожок. Я думала, если написано, может быть, творожный, тогда это не считается творогом. Ну, вроде творожок, но мало похож на творог. Вот. Ну, вот. Как-то так. Напишите обязательно свой отзыв. Понравился. А пробовали ли вы? Понравилось вам или нет? Вот. Ну, вообще, карат, конечно, сейчас много. То есть, разнообразные вкусняшки. По-моему, что-то шоколадное, я вспоминаю, есть. А не помню, я пробовала или нет. Вот. Также напишите рецепт. Может быть, у вас есть творожка своего, с чем вы его делаете, какой вы любите творожок. Может быть, помимо кураги
и бананы что-то еще добавляете. Мне будет очень интересно. Будет интересно приготовить вместе с вами такой творожок. И также напишите в комментариях, хотите ли вы со мной попытаться приготовить вот такой же творожок. Давайте так, если наберет этот ролик 15 лайков, то мы с вами делаем вот такой вот творожок. Может быть, даже с ванилью. Вот, попробуем сделать, потому что именно с ванилью сделать, мне кажется, это посложнее. С бананом это легко, курага это тоже легко. А вот с ванилью тут уже нужно постараться. Давайте 15 лайков. И мы с вами делаем. На сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите наши другие ролики, мои также кулинарные рецепты, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, развиваемся. Там, короче, куча-куча всего. И всем пока-пока.